Всем привет! Меня зовут Братчикова Алина Андреевна. Я врач-эндокринолог, нутрициолог. Веду прием с 18 лет. Я закончила Первый Московский медицинский университет имени Сеченова. Затем была ординатура в эндокринологическом научном центре. И также получила международное нутрициологическое образование в Европейском университете долголетия. Такими же заболеваниями я занимаюсь. Сахарный диабет первого типа, второго типа, гестационный диабет, все заболевания щитовидной железы. Впервые выявлены образование надпочечника и гипофиза, ожирение и лишний вес, любые гормональные нарушения как у женщин, так и у мужчин. Конечно, в своем приеме я придерживаюсь стандартов доказательной медицины и стараюсь не назначать лишние обследования и анализы. Поэтому жду на приеме.